В Новосибирске прошел молодежный лагерь Wave Camp. О том, как это было, расскажем в следующем сюжете. Прошедшую неделю на берегу Обского моря проходил молодежный выезд Wave Camp. Уже несколько лет этот выезд проводится для молодежи и подростков Новосибирска и расположенных рядом городов. Каждый день выезда наполнен музыкой, веселыми конкурсами, купанием в море, новыми знакомствами и общением. Который год Wave Camp доказывает, проводить время интересно можно и без алкогольных напитков. Это время, когда можно познакомиться с молодыми, творческими, целеустремленными людьми, а также найти вдохновение и дельные советы у более взрослых профессионалов своего дела. В этом году у нас было очень особенное время. К нам приехало несколько разных гостей из Америки, из Армении. Много-много ребят было из разных городов России, из Сибири, конечно, много людей было. В целом, знаете, это было около где-то 120 человек. В этом году на Wave Camp присутствовал Филипп Реннер, известный музыкант и автор множества песен. Человек, зажженный идеей сделать наш мир лучше, помогая другим поверить в себя. В следующем году планируется сделать выезд еще более грандиозным и в очередной раз показать молодым людям ценность простого человеческого общения и улыбки. И несмотря на погоду, молодежь рада быть здесь и наслаждаться общением друг с другом в самом центре событий. Валентина Чечулина, Иван Колесников, специально для ТБН.